Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start. Сегодня мы выходим из Сицилии, из порта Августа, и идем в Грецию, порт Пиреус. Там у меня будет трансфер на Магнит. Наконец-то. Это завтрак. Вот вам пример. Немного омлета, два круассанчика и булочка. Обычно ложили еще третий круассан и булочку. А сейчас даже сократили завтрак. Посмотрите, какая у меня рука и какие круассанчики и сколько омлета и кофе, конечно. Хочу коснуться снова темы питания. Я с 2010 года не употребляю мясо, но в период карантина мне приходится есть курицу, иногда рыбу. И даже после этого чувство голода никуда не исчезает. А до ужина еще 8 часов. В общем, после карантина я снова вегетарианец.
Эта красота непередаваема. Это надо видеть своими глазами. А вот там, на горизонте, вы можете видеть круизный лайнер. Это MSC Magnifica. Завтра в Пиреях мы встретимся, и я перейду на этот корабль. Итак, друзья, мой ужин. Посмотрим, что они положили на этот раз. Какой ужин ждет меня сегодня? Рис. Что это? Непонятно, что это. И курица. Хотя это не курица. В общем, на карантине сложно быть вегетарианцем. Увидимся завтра. Пока.